Да? Короче, еще раз записывайте. 22 яблока мы делим на 0,2 апельсина. Идем в магазин еще за 20 яблоков. Яблоков, да. И 50 нам не хватает апельсинок. Затем мы получаем 35,85. И это все отнимаем. 80,31. Ваш вариант ответа присылаем по смс-уведомлению. Да блин, ну рили! Да, конечно. Марк! 9 кактусов получилось. Вот давай 9 скидывай мне кактусов. Марк, как твои дела? Чем ты маешься? Чем ты занимаешься? По барам пьяному гаре. Что же ты, парень? Ишкра! Ишкра! Да все забейте уже. Забудьте. Маркушка! Маркушка, Маркушка. Что делаешь, Маркушка? Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи о зимную ось. Мимо плывут, а летят, стоят под окном моря. Давай храпим. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я в шоке. Я в шоке. Я не знаю, кто поет песню. Слышу голос из прекрасного далёка. Голос утренний в серебряной России. Кружит голову, как в детстве, в кошке. Марк, короче, со мной тоже не разговаривает. Что-то бассейн, а я ем, как сейчас пузо наем, блин. Бассейн? Зачем тебе? Наконец-то я около дома буду. Дорогу перейти. Вы сейчас туда ходите? Ну, сегодня туда пойдем. А что вы туда-сюда ходите? Тут просто бассейн есть. Узнаем, что там тренера требуется. Ты хочешь, чтобы у меня вообще времени опять не осталось? Я сплю в Америке два... Хорошо, спи. Что-то ты поздно, тебе что, завтра не надо никуда вставать? Надо. Тогда спать ложись. Скорей.
Подари мне машину и ложись спать. А, все, поняла. Не, ну реально спать надо, если тебе вставать. Вы же обычно там встаете что-то в 5 или в 6 утра. Вообще мало спите. Кто знает, Или... почему они так мало спят? Не знаю. Интересно, он мне скажет, пошел нахер, дура? На тебе. Вау, Марк, спасибо большое. Совместное путешествие, Марк, это ты на что намекаешь? На путевку в Таиланд? Меня только не забудьте, пожалуйста. Давай, спокойной ночи, спасибо. Давай, спокойной ночи, приходи завтра. У них только вторник начинается, а у нас завтра уже среда. Кто-то спать ложится, а кто-то просыпается. Почему бы не сделать всем одинаковое время? Кажется, удобнее было бы, наверное. Да. Но это это нам так кажется, потому что мы пока... А потом, когда уже начинаешь там жить постоянно, то же самое. Я тоже так же, когда это, думаю, да господи, что так долго время идет, прям реально тянется. Ты уже типа все сделала, у тебя еще времени Да. нет. Слышу голос из прекрасного далека. Даже интересно стало. Хочу айран с зеленью. Он тебе не нравится? Чай с медом, так вот что у меня чай с медом. Нет, мне я не пила айран вот этот. Я помню, Кристина постоянно его пила. Ну, здесь он, кстати, не такой вкусный, а вот на Кавказе он вкусный. Боюсь, там эта слепешечка тоже божественно. Он типа кефир? Типа да. Фу, я кефир тоже не пью. Кефир мне, кстати, я пью. Очень...